55 лет в постоянном движении. Сегодня юбилей Учебоксарского троллейбусного управления. Работников предприятия чествовали в торжественной обстановке. С подробностями Дмитрий Ковалев. Вся история в одном кадре. 55 лет назад по Чебоксарам курсировали троллейбусы модификации ЗИУ-5. Сегодня пассажиров перевозят и электромашины на автономном ходу. Именно отсюда, с Красной площади, 55 лет назад, свой первый рейс до железнодорожного вокзала отправился вот этот троллейбус под номером 001. Он был восстановлен по чертежам силами мастеров управления. Все начиналось с небольшого депо на 50 машин. Сейчас по количеству троллейбусов столичное предприятие занимает 6-е место в стране и 1-е в округе. Глава региона отметил, что ключевая задача – улучшать транспортную доступность новых микрорайонов. Финансово-хозяйственная деятельность самого предприятия улучшается, проводит оптимизацию. Мы начали изыскивать средства для приобретения новых троллейбусов. Более чем 60% пассажиров перевозите вы. Это ваш ответственный труд. Каждый день троллейбусы перевозят более 200 тысяч горожан. Протяженность контактной сети уже достигает 180 километров и продолжает расти. Сейчас у нас 17 маршрутов, на которых курсируют практически 195, практически 200 троллейбусов из 265 находящихся в парке. По многочисленным пожеланиям граждан был продлен 3-й маршрут, и теперь Новый Город связан с центром города так же, как все остальные микрорайоны. Лучшим из лучших глава региона вручил госнаграды и памятные медали. Дмитрий Ковалев и Бахтияр Велиев. Республика.